Даже через любые расстояния вы можете встретить друг друга на страницах книги, если ее выпустил в мир мудрый издатель. Так отзываются известные личности об островном поэте Романе Хе. Ценители его творчества не счесть как дома, так и в столице, где в марте сахалинец презентовал свой двухтомник, а сегодня представляет издание землякам в стенах областного художественного музея. Под карнизом моего дома в маленьком городке Тамари, где я закричал младенцем от радости, что появился на этот белый-белый свет. Собрание собственных стихов и прозы Романа Хе оформлено в первом томе под названием «Нота ля», а во втором с именем «Светлая ночь» он представляет переложение средневековых корейских трехстишей «Щидё». Для него язык родной корейский и русский. И для него очень важно не потерять ни форму, ни созвучие стихов. Я думаю, что такого издания, как сейчас вот он сделал, таких книг мы в России не найдем. Именно по корейской классической литературе, по корейским классическим стихам. Поэт, бард, переводчик, член Союза писателей России Роман Хе стихи сочиняет с 9 лет. До 25 лет писал свои произведения на национальном языке. Его корейская манера написания неповторима и узнаваема сразу. Мне это творчество близко тем, что в этом творчестве живет такое неизбывное из любой человеческой души детство. Вот этот человек сохранил такие прекрасные представления, воспоминания о своем детстве. Вот он мне этим дорог. «Нота ля» – книга, наполненная образами, откликающимися в душе лучшими мгновениями детства. Эта книга соединит тех, кто не разуверился в дружбе, верности и искренности. Представление же так жизни, так Сахалина, 50-е, 60-е годов. Да, там и мои родители, учителя, братья, сестры, там, о них я тоже рассказывал. И также там много затронуто именно там, мотивы из корейской классической поэзии, легенды. Отдельным достоинством книги можно считать иллюстрации. Автором акварельных зарисовок стал сын поэта Сергей Хе. Тираж издания составил 1000 экземпляров.